Дружным и веселым танцем завершается игровое событие. Его вместе с воспитанниками детского сада номер 7 организовали и провели участники стажировки в рамках проекта «Школа Росатома». Воспитатели из городов атомной отрасли придумали для зареченских дошколят космическую историю. Мы прилетели с другой галактики, и у нас планета иссякла, и нам нужно было восстановить наши ресурсы. Поэтому они нам сегодня помогли и с животными, и с растительным миром, и с архитектурой, и с техникой, а еще и веселое настроение. Игровое событие – итог большой работы. Руководитель стажировки, победитель конкурсной программы школы Росатома Галина Телятникова на 3 дня погрузила своих коллег в мир игровых технологий. Сейчас мы приходим к тому, что действительно все мы должны дать ребенку в игре. И я считаю, что в игре ребенок намного больше приобретет, да, чем вот нежели мы его будем строить где-то, как-то вот призывать учиться и учиться. Мне очень понравилось. Первые 2 дня мы набирались теоретических знаний. Сегодня у нас появилась большая возможность воплотить это все на практике. Участники стажировки разработали идею игрового события, подготовили необходимый реквизит. И сами увлеклись игрой ничуть не меньше детсадовцев. Очень здорово организовано. Все себя проявили активно, позитивно, креативно, весело. Мы сдружились. Особое спасибо Галине и ее команде, ну и всему коллективу детского сада. Учить, играя. Учить так, чтобы сам ребенок не понял, что его учат, а просто наслаждался игрой. Об этом на примере собственной деятельности и работы всего детского сада постаралась рассказать коллегам Галина Телятникова. И по ее собственному признанию, процесс обмена опытом оказался взаимным. Стажеры замечательные. Они очень работоспособные, они отзывчивые. Они идут навстречу, конечно, со своими какими-то идеями. Приехали уже со своими идеями. Я у них учусь. Я у них многому сама научилась. Поэтому это здорово. Стажировка – это здорово. Такие стажировки педагогов в рамках проекта «Школа Росатома» продлятся до мая. С 10 по 12 апреля гостей примет Зареченский детский сад номер 18. Своим опытом поделится с коллегами победитель конкурсной программы проекта «Школа Росатома» Татьяна Лукьянова. Светлана Теплухина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».